Юрий Сергеевич, я играю за горох. Посмотрим, как он себя будет вести. Пока 2-0. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так. Бегает от нас. Далеко не убежишь. 4-1. 5-1. Да-да-да. Горох неплохо себя показывает. Нужно просто приноровиться. 6-2. Первый проигрыш. Та-да-да-дам. Давай, горошек. Покажи себя. Так, а под конец, конечно же, меня прихлопнули. Но горох и апельсин себя неплохо показали. Мы победили.